Специалисты Красноярского гидрометеоцентра сегодня рассказали о погоде на предстоящий месяц. Первые выходные октября порадуют теплом. Температура воздуха в ближайшее воскресенье будет по плюс 15 градусов. А вот со следующей недели начнет медленно холодать, и всю неделю ожидается дождь. Иногда даже с мокрым снегом. Во второй половине месяца ночные температуры станут отрицательными, а вот уже в третьей декаде синоптики обещают заморозки. Вообще же октябрь не принесет тепла жителям края, но и аномального холода не стоит ждать. Среднемесячная температура, которую прогнозируют метеорологи, будет примерно равна 2 градусам выше 0. Добавлю, что самый холодный октябрь в нашем крае был зафиксирован ровно 100 лет назад, в 1915 году. Тогда средняя температура за месяц приблизилась к минус 4 градусам по Цельсию. Амплитуда колебаний температуры воздуха в октябре будут незначительные. То есть довольно плавное снижение температуры воздуха и, соответственно, устойчивое вхождение в холодный период.